Дорогие наши мальчики, я приношу вам извинения за то, что мы все называли вас козлами. Вы не козлы, вы наши любимые маленькие миленькие козлики. Простите нас, пожалуйста. Мальчики, я погорячилась. Вы не козлы. Ну, разве что Чпуньк маленький козлик. Мальчики, вы не козлы, только Костя козел, но его нет сегодня на серии, поэтому он никак не узнает, что все-таки он козел больше, чем вы, как бы, да. Ну, вы это, простите нас, вы вообще ни в чем не виноваты, это, ну, мы малость сглупили, в общем, простите нас, пожалуйста. Ну вот, мир и гармония в нашем коллективе предателей. Вот, не успела прийти Катя в предыдущей серии Амонкаса, как сразу всем голову поставила на место, вправила в мозги. Вот, все, прекрасно, рассаживайтесь по всем вот этим стульям. Если вы не знаете, кто-то вдруг из вас, то что, в Майнкрафте... Вышла новая карта, на которой мы с вами сегодня поиграем. Я ее так давно ждал, вы себе даже не представляете. Но и самое главное, не забывайте, то что на карте у нас будут целых 3 предателя, а не 2. Так что аккуратно, следите за бананом Херейдом и за кем еще там, кто чаще всего бывает убийцей. Давайте, первый раунд. Вот это фартануло, вот это повезло, и сразу отсюда, наверное, нам нужно сваливать. Карта, честно, я по секрету признаюсь, да, мы уже на этой карте играли, чё надо, ботан, я банана ботаном сейчас назвал случайно. Ну так а чё, ну тогда вот это всё самое выпендриваешься, если ты вот это задание проходишь сразу на старте, я тогда побегу, допустим, куда-то вот сюда, куда можно побежать, вот здесь картошка у нас, выполняет задание, ну вот здесь сюда я побежу и типа, и всё. Я по секрету скажу то, что мы уже играли на этой карте. Кто ходит на стримы, тот уже это увидел. Так, здесь у нас находится... кто у нас здесь находится? Здесь у нас находится... Ну, Мия там у нас находилась-то на самом деле, но я свалю куда-то вот сюда, где... А вот сейчас объясните, я вообще ничего не понял. Знаете, я такой показываю Эду, смотри, у меня есть задание, он ко мне подходит, смотрит на меня. Я думаю, выполняй, думаю, говорит, выполняй задание. Я начинаю выполнять, и у меня кнопочка kill. А чё ты такой подозрительный на самом начале стоял? Это все разбежались, это было грех тебя не убить, банан. Все, давайте, в этом раунде будет тогда 2 убийцы, а не 3, потому что 3 как-то слишком быстро. Давайте, второй раунд уже получается. Я сказать даже не успел то, что, ну, карта-то очень маленькая. Если посмотреть вот сюда, тут пойдешь вперед, пойдешь налево, пойдешь направо, и как бы карта кончается. Это, можно сказать, какая-то огромная башня среди облаков. Но я как-то не подумал то, что если будут 3 убийца... Вот, смотрите, все смотрите, я выполняю задание. Если что, я точно не убийца, я уже им был. А, да-да-да, выключайте свет. Еще бы разобраться здесь на самом деле, где свет включается, где он выключается. Я вот, наверное, третий раз на этой карте играю, еще пока нифига не понимаю. Мне почему-то кажется, то, что уже один труп 100% должен быть там. Ну так вот, дадите мне до конца сказать. Лера, если ты меня сейчас здесь когтишь в этом коридоре, будет тебе очень плохо. Я не успел сказать то, что на предыдущем стриме... Ну вот. Труп, Лера, репорти его. Вы дадите мне уже до конца сказать или нет? На предыдущем стриме, который был там в четверг, стримы всегда вторник, четверг, субботу, в 7-8 вечера, мы уже играли на этой карте, она нам показалась маленькая, поэтому я решил то, что у нас будет 3 убийцы. Короче, мы с Лерочкой шли, через вот этот коридор дезинфекции, как только дверь открылась, сразу слева в комнате валялся трупачело. Лера долго думала, репортить его или нет, я не знаю, что она с ним хотела сделать, но в итоге она его зарепортила, вот. И Херейд... И Амочка вроде не видели, как я проходил медобслуживание вот это. Поэтому я точно не убийца. Подтверждаю. За кого-то голосуем или просто пропускаем?
А на этой карте вообще есть камеры? Я вот тут просто вот это вот не знаю. Можно за кем-то следить или нет? Ну, или в принципе... Господи, что за новые какие-то задания? Или в принципе можно как можно скорее повыполнять вот эти задания и вздрючить вот всех убийц? Я пока вообще нифига не понимаю, как здесь что работает. Вот, здесь еще одно задание. Ну вот это старое задание, это задание я уже миллиард раз проходил. Вот так. И здесь еще одно у нас. Так, а здесь что такое? А здесь, походу, вот сундуки, и в одном из которых валяется ведро с водой. Даже вот этот блок с книгами дает нам подсказку, то что желтый собака предатель. А в принципе, так, наверное, можно сделать. Реально, сейчас можно пойти нажать... так, это желтый! Мне книги сказали! А я... нашел подсказку на книгах, где было нарисовано то, что желтый предатель. Как ты на это отреагируешь, банан? Вообще-то там на картинке показано, что я махаю тебе, а ты махаешь мне. А на заднем плане Лера убивает Стасик. Кого? В той комнате, вот там, сзади тебя, там было нарисовано желтый скин убийцы. Это книги мне сказали, то, что банан убийца. Ну хорошо, что там вообще серого скина не было, они то бы меня сейчас выкинули. Тебя в следующем раунде выкинем, Херейт, если будешь умничать. Ага. Банан был убийцей! Почему сейчас написалось на весь экран, что банан был убийцей? То есть мы реально банана кокнули. Все сюда за мной подойдите. Вот сюда, 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 сюда. Я вам врать не стану, смотрите. Мне книги сказали. Да ты там бомби, бомби, банан. Видите? Книги врать не станут. Банан реально был убийцей. Нифига себе, как оно работает, а? Сейчас я, короче, буду ходить по карте и буду искать подсказки. Вдруг мне еще где-то книги скажут, то что еще кто-то убийца. Так, написано то, что последнее задание у меня находится в лаборатории. И именно сейчас я нахожусь в лаборатории и выполню... Hello, motherfucker. Иди ты в жопу! Так я и так задание могу выполнить, даже тогда, когда ты меня убил, вот этот чпуньк-пропердуньк. Вот, сюда просто... сюда ставим кость, сюда ставим огненный стержень, сюда ставим алмаз. Пошел пердак, чпуньк! Почему ты кикнул именно меня, если там просто смайлик нарисован желтый, там нету ни языка, ни ножа, а имя просто смайлик? Поддерживаюсь. Ну ты же реально, оказался предателем, банан, ты чё бомбишь? Это книги мне сказали. Это мамочка сзади, в коридоре там была. Всё, да. Две игры провели на новой карте, я хочу пойти немножко это, жопу поморозить. И вы тоже сейчас пойдете и тоже жопу поморозите. На Северный полюс по центре, пошли. Ну, здравствуйте, сральники. Ваше время пришло, сральнички мои. Банан, давай! В этот раз не бомби! Тебе бог Майнкрафта второй шанс дал. Второй раз подряд убийцей побыть, ядрить, ты колотить. Так, кто у нас здесь проходит медсапсамия прошла медобслуживание? Ну хорошо, все, валим отсюда. Давай, банан, заходим. За чпунька, давай, пошли, 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 чпунька, пошли, давай, пошли, пошли, ага. Вот я даже не знаю, вот что скажешь, банан, убивать его или нет? Банан вроде машет то, что да. Ну тогда ладно, чпунь, до свидос, и свет сразу выключаем. И валим отсюда куда-то, давай вот ту сторону, давай, банан. Фу, ну ты молодец, банан, я уже обосраться успел, то что сейчас Херейт нас спалит. Ну ты, хороший убийца, банан, хороший убийца. Стой там, иди встань туда. Встань туда. Если сейчас кто-то зайдет в эту комнату, сразу его пердохаем. Стой там! Там кто-то есть или нет? Кто-то был, банан, я кого-то убил опять через стенку. Ой. Я говорю, кто-то был! Это случайность, банан, это случайность. Так, а вот сейчас уже, наверное, можно зарепортить труп на всякий случай, чтобы... Ну, чтобы лишних подозрений как бы не было. Мы уже троих людей случайно убили с бананом.
Я бежал мимо библиотеки в лабораторию, или как эта фигня называется, и там возле двери валялся труп. Рядом я видел только банана, но банан со мной бегал почти всю игру, поэтому, ну, наверное, банан бы меня уже убил. Он бы мне 100% отомстил за предыдущий раунд, когда я его кокнул. Вот. Поэтому я сомневаюсь, вот. Я не знаю, рядом я вообще никого не видел. За кого голосуем, а? Пупок вообще молчит всю игру, все три раунда. Может, это он? Вот банан говорит да, вот даже Лера говорит да. В принципе, можно за пупка, но я не знаю, что скажете. Да? Ну давайте тогда за пупка. А пупок молчать это не надо столько много времени. За что это? Я не виновен вообще-то, неправда. Спасибо. Вот там где-то и скажешь в лаве или в открытом космосе то, что ты не виновен. Ага. Молодец, банан, молодец, ага. Да, зачем? Ну, Лерочка, в принципе, как бы хороший человек же была. Ну, что ты делаешь, а, банан? И валим вот куда-то, вот, я даже не знаю, куда. Можно, в принципе, вот сюда. Здесь вряд ли кто-то увидит то, что я здесь бы... Да... Уж да я ж тебе говорил, банан, не надо Леру кокать, а? Я нашла труп прямо при выходе из этой комнаты, вот здесь вот рядом с люком. Банан, ты убил мою подругу Леру. Это ты виноват, ты убийца. Какую убил? Я ее не убивал, я свет чинить бежал. Это ты ее убил. А с чего ты это взяла? Чего ты это взяла, Амочка? Я всю игру вообще тебя не видела. Ты последний выбегал из этой комнаты. Это вдвойне подозрительно. И тут как раз нашелся труп. Да я тебе зубом клянусь вот этим вот, то что я Леру даже пальцем бы даже не тронул. Стасик, Лера для меня как дочь. Все, я вообще убегаю в эту сторону. Даже не смотрите на меня, 100% не предатель. Все, я просто буду вот здесь стоять и ждать, пока сюда кто-то придет. Потому что как бы... Осталось-то всего убить одного человека, и мы с бананом выиграли! А я говорила! Вот именно! А банан мне вообще жизнь спас! Если бы не банан, Хрейд бы увидел, как я Чпунька запердохал, да, Чпунь? Поэтому банан настоящий предатель. Ну, учитывая то, что первый раунд слишком быстро закончился, я вам предлагаю еще одну игру сыграть. И я вам честно скажу, сейчас я точно не буду предателем, потому что я уже два раза был. Это слишком много раз будет, если я сейчас буду предателем. Вот смотрите. Ну вот, я же вам говорил. Да как это работает? Да, я что-то понять-то не могу. Ну почему? Почему на стримах, когда я стримлю, почему я не предатель? Весь стрим! Я тут три раза почти подряд из четырех игр, да господи! Они ж меня возненавидят все, если я так часто их убивать-то буду. Простите меня, пожалуйста, дети мои. Но я все же выключу свет. Вот на всякий случай кого-то уже убью. Даже не знаю, кого я убил, но кто-то здесь рядом пробегал. А, ну вот. Опять я читы использую, опять я через стенки всех. Опять я через стенки всех убиваю, но что-то как-то я побаиваюсь сюда бежать, но. Уйди отсюда! Ну, забегаю я такой вот два, и там Эд такой стоит на трупе, смотрит на меня, потом на труп, потом я на труп, потом он на меня, и вот, и я и прочу. Да я на тебя даже не смотрел, ты некрасивый, чтобы на тебя смотреть. Да я также выбегал после того, как свет вырубили. Я не успел просто добежать, потому что я был потерян в пространстве. Я нашел труп, и потом вы с Амочкой забежали. Я также хотел его зарепортить, просто не успел, потому что растерялся. Ну вот и все. Перед тем, как валить на меня, Хрейд, ну хотя бы разберись с ситуацией, а? Мать моя женщина, вот это пронесло называется. Не, ну как бы, а чё? Если он прибежал в самый неподходящий момент, но если я сейчас еще раз как-то минимально спалюсь, они меня 100% выкинут, выбросят просто куда-то в лаву, потому что одно подозрение на меня уже есть. Но сейчас я починю свет. И Стасик видела, как я чинил свет. Так, а кто у нас кокнулся? Ага, Амочка, Чпуньк и Банан. Ну ты, Картошка, молодец, конечно. Опять Чпунька запердососила, я же его даже не трогал. А ты, Пупочек, подойди сюда, подойди. Давно ты с нами не играл в Among Us? Давно ты не познавал, что такое страдание, да, Пупок?
Я бы с таким удовольствием, просто с таким удовольствием бы сейчас пошел и спрятался где-то в сральнике, честно. Но если я здесь кого-то убью, они же сразу поймут, что это я. Выключу свет. Вот, выключу свет. Ага, свет. Лера, убеги отсюда, давай! Если кто-то здесь будет, и вот если бы я тебя убил вот там, то сразу было бы палевно то, что я убийца. А так хотя бы немножко дальше от сральника. Валим. Вот, Рейда заперто. Вот я же ядрить, колотить говорил то, что это он. Вот вы вообще кого слушаете? Вот Кости тут нет, но вы же все прекрасно понимаете то, что Красный как бы главная крыса. Вот как можно верить человеку, который стоял на трупе, и он это даже не отрицал, понимаете? Так, подожди, я-то тут чё виноват? Ты же мне поверил, значит ты лохопедина, а я просто хорошо умею врать, Хрейд, вот и все. Вы думаете то, что я выбирал такую жизнь? Вы думаете, я выбирал такую сложную судьбу, то, что я 3 раза подряд был убийцей? Ну, фартануло, повезло просто, вот и все. Да за что? Да я в следующей серии опять Катю позву, она опять вас всех на место поставит! Катя сама тебя козлом назовет за то, что ты нас всех убиваешь. Так это не я вас всех убиваю! Это вы просто в игру играть не умеете, ну басиси! Мы ну басиси, но ты маленький козлик. Ага, ну все. А вот это уже бан, Стасик. Ага.